шумели, ну а Андрюша стучал еле-еле. То ли бил по кастрюле в углу кирпичом, но не громко и редко. А не шумите, сказала соседка. А никто ж не думал шуметь. А Вася пел, нельзя же не петь. Кто стучал, кто гремел, кто бдел, чтобы он не смущался и пел. Ой, Вася! Спасибо, ребята.